когда включал трансляцию матча второго тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады в Токио 2020 Бразилия-Кот-д'Ивуар, то подсвидомо надеялся увидеть ту же феерию, что и в поединке Бразилия-Германия. И вполне возможно, так бы оно и было, если бы не фол последней надежды Дугласа Луиса на 13-й минуте. Сначала арбитр зажег перед полузащитником английской Астон Виллы желтый свет, но после вар-проверка удалил. Бразилия в меньшинстве, и это уже интересно. Дальше в игре было много фолов. Герой первого тайма с немцами Ришарлисон часто оказывался на газоне после столкновения с ивуарийцами. А перед уходом на перерыв бразильской десятке и вовсе пришлось оказывать медицинскую помощь. Было еще предупреждение для Диало в составе Кот-д'Ивуара. По опасным моментам в первом тайме дважды тянул удары бразильский голкипер Дос Сантос, а потом Антони вполне мог делать гол в раздевалку, но с его ударом под перекладину справился ивуарийский вратарь 0-0. Конечно же, после перерыва бразильцы попытались выиграть и тем самым за тур до завершения группового этапа обеспечить себе место в четвертьфинале. Антони выходил один на один, рядом со штангой мяч прошел. Ришарлисон пробил прямо во вратаря с выгодной позиции. Тренер бразильцев, понимая, что нужно усиливать атаку, меняет Куни, Антони, а потом и Ришарлисона на Малкома, Мартинелли и Паулиньо. Составы команд уравнялись на 80-й минуте. За второе предупреждение был удален Куаси. И тут же Мартинелли, вышедший на замену, захватил мяч на линии штрафной и прицельно пробил с левой ноги. Снаряд прошел в 2 метрах от штанги. Бразильцы могли вырвать победу, когда уже в компенсированное арбитром время Малком протянул мяч через полполя. Отпасовал направо в штрафную площадь Мартинелли, получил в ответ навес, который попытался замкнуть головой ближний верхний угол. Немного не точно. 0-0. Результат для Бразилии нормальный, с учетом того, что играть заключительный матч группового этапа с Саудовской Аравией. А вот ивуарийцам не позавидуешь. Их ждут немцы, которым после поражения от бразильцев на старте в оставшихся матчах нужно только побеждать. С вами был Саныч, до новых встреч!